На проспекте Октября в Ярославле есть уникальный ярко-бирюзовый особняк в стиле неоренессанс. Этот дом хорошо знаком каждому ярославцу. Его построил Иван Николаевич Дунаев, купец первой гильдии и потомственный почетный гражданин города Ярославля, владелец табачной фабрики «Балканская звезда», заработавший состояние на производстве табака. Особняк стоит прямо на территории табачной фабрики. Существует версия, что Иван Николаевич специально построил дом тут, чтобы доказать ярославцам безопасность своего производства. Жители города жаловались на сильный запах и вред, причиняемый табачной пылью. Архитектор Николай Поздеев в 1886 году возводит эффектный, почти столичный дворец с пышными лепными гирляндами и фигурами четырех атлантов, что было новинкой для губернского города. Оригинальные кронштейны в виде античных фигур поражали воображение неискушенных провинциалов. В доме были богатые интерьеры, столовая из красного дерева и сад с оранжереей. Огромный купол венчал здание, но он не сохранился до наших дней, так как был разрушен во время мятежа в 1918 году. Исчезли и изящные парапеты с фазонами. Но самое печальное происходит сейчас. Многие годы этот памятник архитектуры не может дождаться серьезной реставрации. В наше время дом не живет, а доживает свои дни, потихоньку разрушается.